эти олигархи, к чему они стремятся? Ну вот к чему они стремятся? Вот, вот. К чему вот все они, Барак Обама и это все вот, к чему они стремятся, к чему стремятся? А? Вот, скажете, вопроса нету. А они стремятся к тому, чтобы у народа побольше забрать, наколоть, обмануть и так далее и тому подобное. Вот сейчас у нас в школе какая система идет? Вот, к чему человек, вот эту, вот маленького человечка, к чему они учат? Какую программу дают? А? Какую программу? А нету такой программы у них, да, чтобы природу беречь. Нету вообще такой программы, нету. Вот эту, как беречь природу, как природа тебя кормит и так далее и тому подобное. Нету такой программы, вообще нету. Только вот, а надо вот учить природу, беречь. Она кормит, она тебя поет. Вот, вот это надо с малолет. И какое? Это в первую очередь должны вот Барака Обама знать, вот Барака Обама, в первую очередь. Или он тупой, или ничего. Мне кажется, он тупой, вообще не понимает, что он с природой делает, и что он делает вообще, да. Он тоже, ты это как, пешка или что? Там другие люди, там эти вот подставные люди.